В фонде церквей Бронницкого уезда Московской губернии сохранилась клировая ведомость о церкви Покрова Пресвятой Богородицы при речке Доненке за 1916 год. В ведомости указано, что церковь построена в 1902 году чаянием княгини Марии Александровны и князя Александра Александровича Прозоровских-Голицыных, владельцев фабрики в селе Раменском, товарищества Петра Малютина, директора сей фабрики Владимира Михайловича Дмитриева, местных прихожан и доброходных жителей. Крестьяне деревень Игумного, Донина, Захарова, Дементьева жили на далеком расстоянии от своих приходских храмов и испытывали большие затруднения в посещении служб по воскресным и выходным дням. Они обратились к владыке Владимиру, митрополиту Московскому и Коломенскому, с просьбой о создании самостоятельного прихода. Ну, это же матерь нашего Господа, матерь всех матерей, да, поэтому я как многодетная мама, конечно, всегда прошу ее помощи и защиты для своих детей, ее покрова. Поэтому это большой праздник. Сегодня очередной наш светлый день, когда мы смогли посетить наш игумновский храм. Вот. И пожелать хочу всем в этот день как можно чаще обращаться к помощи Божией, просить помощи и защиты. И не забывать, что нужно помнить о самом главном. Всего денег на построение храма имелось 19 951 рубль. Среди жертвователей был святой праведный Иоанн Кронштадтский. Быть строителем по просьбе крестьян изъявил согласие директор Раменской фабрики Владимир Михайлович Дмитриев. А в помощь ему из народа избрали крестьянина деревни Дементьева Григория Петровича Шмелева. Церковь построили за 2 года, освятили в честь Покрова Пресвятой Богородицы 19 сентября 1902 года. Каменное здание возведено по проекту архитектора Кайзера, расписано группой Васнецова. У этого храма такая особенная атмосфера, поскольку я сам живу в Кратово, а сюда я приезжаю к бабушке и дедушке, ну и по выходным получается, что вот хожу в храм. То есть, ну, здесь необыкновенная атмосфера, здесь всегда очень тепло, ясно, ну, то есть здесь очень приятно находиться. Ну, считаешь, вообще для современной молодежи духовная жизнь важна? Ну, я считаю, да, так как, то есть, она помогает, она дает людям силы, в настоящее время молодежи дает силы на учебу, ну, и на другие всякие потребности человека. Ну, кто верит, тому помогает. Настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы при речке Доненке был назначен священник Сергий Толкский, псаломщиком Александр Веденский. Церковным старостой состоял князь Александр Прозоровский-Голицын. С февраля 1955-го настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы был назначен отец Сергий Лавров. Батюшка прослужил в Игумново 46 лет, был очень почитаем среди прихожан. Все в жизни бывало, и дочка болела, и все. Еще был отец Сергий у нас, тоже очень помог мне. В жизни очень. Мы ходим очень часто, хорошо. У нас Павел такой хороший наставник, у нас очень все хорошо. Новое исцеление будет сделано.
Более 20 лет служит настоятелем Покровского храма отец Павел Наумов, окормляет своих дружных прихожан. Здесь часто совершаются паломнические поездки по святым местам, а детишкам всегда рады в воскресной школе. Это необыкновенный храм, и мы очень любим сюда приезжать. Отец Павел нас венчал, здесь крестил нашего младшего сына, поэтому для нас этот храм родной. Да. И мы в такой день решили приехать сюда. Здорово. А в чем особенность этого храма? Вы когда сюда приезжаете, какая-то особенная атмосфера или что? Необыкновенная атмосфера, такое, ну, как вот говорят, намоленное место. Вот действительно, здесь не хочется разговаривать, здесь хочется просто действительно молиться, разговаривать с Богом. Необыкновенный хор, кстати, необыкновенный хор. Один из самых лучших хоров здесь. Мы во многих храмах бывали и на службах, но вот этот хор, конечно, очень нас сподвигает на молитву. Да, да, это действительно правда. Процветание, наверное. Да. Божьей помощи. Да, Божьей благословения. Благословения, славу, сил, да. Терпения. Да. Потому что много необходимо средств и сил, и вложить... Побольше прихожан. Да, да. Ну и это тоже, конечно. Потому что... Особенно молодых, которым мы должны помогать на этот путь. В этом году Покровскому храму исполнилось 120 лет. Торжественную литургию возглавил епископ Луховицкий Петр. Жалко было, прежде всего, потери в хозяйстве и в
Та необыкновенная любовь Божия к человеку, которую Господь явил, когда пришел в этот мир. Пусть Господь в этот день благословит всех вас, дорогие братья и сестры, поможет вам жить по вере, идти за Христом. Сердечно благодарю за замечательную службу всех вас, дорогие братья и сестры, замечательное пение хора и очень умилительное молитвенное богослужение. Дорогой отец Павел, прими эту просвору, знак молитвы за тебя и благословение Божие на твои дальнейшие труды. Храни вас всех, Господь. Спасибо, Господи. Спасибо. Мы прихожане, и я, собственно, батюшке помогаю в алтаре. Этот храм никогда, во-первых, не закрывался с его построения. Вот сейчас мы празднуем 120-летнюю годовщину его. Вот, и даже при советской власти он не закрывался. И, собственно, и поэтому он намоленный, как бы говорят. Вот, все говорят, что и то, что сейчас он прекрасно выглядит, вот, потому что у нас настоятель, отец Павел, он за этим следит, собственно, и прилагает усилия. Ну и мы ему помогаем немножечко так. Храм, чтобы действительно никогда не закрывался, чтобы да, службы были всегда. Здравия нашему настоятелю, отцу Павлу, чьими и трудами, отцу, да, отцу Макарию. У нас еще отец Макарий. Да, вот, чьими трудами, собственно говоря, храм здесь держится. И, как говорится, всем прихожанам. Да. Вот, потому что, да, очень много помощников, очень много благодетелей, чьими трудами все это сохраняется. Потому что еще у нас реставрация идет, и, собственно, иконостаса центрального, там немножко нужно помочь бы. Вот я в роли, как говорится, кто чем может, кто молитвой, кто. Вот, да, совершенно знали, верно, да. Вот, и поэтому храм должен благоухать всегда, во все времена.